Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильную светодиодную фару дополнительного освещения от компании Дорожная карта, модель DK-B242WBFL. Поставляется она в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри находится металлическое P-образное крепление с фиксирующими винтами. И также сама фара. Фара имеет 14 светодиодов, общая мощность фары 42 Вт. Корпус фары полностью металлический, задняя крышка в виде радиатора. Это и есть система охлаждения. Все тепло, которое выдают светодиоды, распространяется по всей плоскости лампы, не давая ей перегреваться. Спереди защитный прочный пластик. Фара герметично заклеенная, пыль и влага защищенная. Подключается на питание как 12, так и 24 вольта с помощью стандартных двух проводов. Сейчас мы ее подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключили питание вот таким вот ярким лучом бьет данная фара. Луч рассеянный ближний. Мощность светового потока, как заявляет производитель, 3080 люмен. Цветовая температура 6000 кельвинов. При покупке на данную фару обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость ее вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.